Это тебе, мамочка. Спасибо, доченька. А твой красивый красавчик Кемаль вчера не пришел? Он же тебе с садом должен был помочь. У него дела появились, он не смог прийти. Ну да, спасать-то не нужно было. Если бы тебя нужно было спасать, он бы мигом прибежал, да? Кадер, хватит уже. Закрой же эту тему, а? 8-я серия. Спокойно, я же пошутила. Затянулись твои шутки. Я пирог сделала. Можешь, когда пойдешь, Берату отнести? Мама, я не могу. Мне нужно заниматься. А потом это свадебный салон нужно отнести. Я же опоздаю. Ладно, мы не торопимся, потом отнесешь. Да, не надо на нее давить. А то и на тебя наорет. Мы такие капризные. Так не пойдет, ты должна поцеловать. Поцеловать, говоришь? Так, ну стой, сестра, ну хватит. Сынок, я выхожу. Берат, ты что, замечтался-то? О жене будущей думаешь? Не говоря о будущей жене. Закрой эту тему, у нас Бахар не будет свадьбы. Ну, сынок, никакого «но», мама. Я сказал, закрыли эту тему. Ладно, сынок, не злись. Удачи тебе. Увидимся. Какое красивое. Я выхожу. Ладно, сестра, увидимся. Удачи тебе там. Что это? Где ты это купила? Где деньги нашла? Да мама, ну! Это не мое, моей сестры, поняла? Не веришь? Давай спросим. Сестра? Ладно, ладно, подожди. Бахар! Мы выходим, доченька. Ладно, увидимся. Удачи вам там. Мама, а ты куда? Спасибо, Назире, она нашла новый дом. Я иду туда убираться. Уж вместо того, чтобы ничего не делать, пойду и заработаю парочку курушев. Ну, конечно, ты только помогаешь всяким людям и зарабатываешь копейки. Дочь, так я для этого и стараюсь. Чтобы вы отучились и не были в таком положении, как я. Разве я не говорю тебе днями и ночами? Работай. Получи профессию. Неважно, я опаздываю, мама. Увидимся. Мама, ты там тоже слишком не напрягайся, хорошо? Да я же не все взяла. Ну и куда я его положила? Я очень опаздываю. Внимательнее быть. Спасибо. Берат. Берат.
А, я вчера здесь кофту забыла. Это же вы вчера мной занимались, да? Да, госпожа, я вчера за вами бежала, но не успела. Хорошо, принеси. Госпожа, что ты бормочешь там? Говори. После того, как вы забыли кофту, я забрала ее домой, чтобы она не потерялась, но... Но? Я утром искала, но не нашла, и опаздывая... А, ты поняла, что это дорогая вещь, и решила ее себе присвоить, да? Разве такое возможно? Я не такой человек. Послушай, дорогуша. Эта кофта из чистого шелка. Она приехала из Франции. Да еще это подарок моего любимого. Это очень важная для меня вещь. Доставай ее, куда ты ее там спрятала. Пожалуйста, не стоит. Я ничего не прятала. Пожалуйста, с пониманием отнеситесь. Что здесь происходит? Ты как с клиентом разговариваешь? Я взяла домой, чтобы не потерялся, но сейчас проблема, завтра принесу. Немедленно извинись перед госпожой. Но я не сделала ничего такого, я 1000 раз уже объяснила госпоже об этом. Она забыла свою кофту, я взяла кофту домой, чтобы она не потеряла ее, а потом ты ее потеряла. Хорошая афера. Знаешь, это прямо кража. Сестра. Помнишь, ты ее приносила, чтобы не потерялась? Кажется, ты утром забыла, когда выходила. Вот, ваша кофта. Ну, конечно, наши работники не способны на кражу. Да, конечно. Но это неуважение, я вам не прощу. Если ваши работники не знают, как общаться с клиентами, то найдите достойных работников. Госпожа, ладно, не тяни. Чтобы искупить свою вину, можем предложить вам ювелирные изделия. Принеси изделия. Конечно. Вот, смотрите. У нас очень хорошие изделия. К тому же они очень подходят к вашей одежде. Принеси еще немножечко. Красивые.